Старшеклассники 4-й школы присоединились ко всероссийской акции «Урок первой помощи», которая проходит во всех субъектах страны. Это совместный проект Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Российского движения школьников, Министерства здравоохранения и просвещения. Александра Литкова продолжит. Оказывать первую помощь в бытовых и чрезвычайных ситуациях школьников учат на уроках основ безопасности жизнедеятельности. Поэтому к старшим классам многие уже неплохо знают алгоритм действий в экстренных случаях. Школьники уверены, что учить детей оказанию первой помощи нужно как можно раньше. Я считаю, что это очень необходимо, потому что можно попасть в любые ситуации, достаточно экстренные, когда нужна будет первая помощь, и вот научившись в школе, мы сможем ее произвести. Во время урока ребятам объяснили теоретические основы первой помощи, а затем знания закрепили на практике. Занятие началось с того, что мотивацию провели, рассказали, зачем это надо, каким образом это где-то в других странах организовано. Какой процент населения также обучен, например, в Норвегии там 95% населения обучено оказанию первой помощи. Дальше рассмотрели ситуации, при которых необходимо оказывать первую помощь, ну и посмотрели некоторые примеры. Цель всероссийской акции – это не только повышение медицинской грамотности школьников, а также создание условий для формирования ответственного отношения к вопросам своего здоровья. Планируется, что уроки первой помощи проведут и для учеников искательской школы. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».